Тосканова Елена Юрьевна. Я педагог дополнительного образования Прикубанского центра детского творчества. Мое педагогическое кредо можно выразить словами Антона Павловича Чехова. В человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Своих воспитанников я учу создавать модели одежды, которые являются отражением их внутреннего мира. Увлечения детей передаются их родителям, и наш успех основан на любви к творчеству и труду. Вы хотите модным быть и уметь красиво шить? Мастерскую покажу, обо всем вам расскажу. Это все не волшебство, это наше мастерство. Дело было вечером, делать было нечего. Товарищи, задачка есть у нас. Заканчивает доченька уже 10 класс. Сегодня будем мы решать, куда нам Лену отправлять. Станет Леночка врачом. Космонавтом. А меня, мои родные, спросить вы не хотели? Я умею шить немножко. Шила сарафан для кошки. Я тогда собачке-жучке шила тепленькие брючки. Хороши и цвет, и рост. Только жаль, мешает хвост. Я расстроилась, друзья. И решила я, буду шить для куклы Нинки платья, кофточки, косынки. Кукла-модница она. Оценила труд сполна. Так что, милые друзья, стать швеей мечтаю я. И правда, шить уметь должна, девчонка. Знать умолку, как в руках держать. Ниточки, иголочки, тесемочки, булавки. Все у швей в руках кипит, когда дела свои творит. Шить учись, моя Елена. Будь усердна и упряма. Станешь лучшим бутюрье, будешь шить себе и мне. Согласилась вся семья. Будет Леночка швея! Пролетело быстро время. Стала мастером Елена. Шьет одежду круглый год. Детям знания дает. С 2019 года я работаю в сельском доме культуры поселка Кавказ. Затем в рамках сетевого взаимодействия я стала педагогом дополнительного образования при Кубанском центре детского творчества. С самого раннего детства мне очень нравилось творчество. Но и также мне нравилось быть учителем. Педагог – особенная профессия. Именно от него зависит не только объем и качество знаний, умений и навыков, которые получит воспитанник, но и мировоззрение, а также выбор будущей профессии. Для меня участие в конкурсе «Сердце отдаю детям» – это возможность пообщаться с коллегами и научиться чему-то новому для дальнейшего собственного развития. Мое педагогическое кредо – личностно-ориентированное обучение – видеть в каждом личность, помочь формированию гармоничного развития человека, развить то ценное, что заложено в нем природой. Обучающиеся учатся мыслить образами, изображая это и перенося на бумагу, затем все это воплощая в жизнь. Насколько интересно и увлекательно будет выстроен ход занятий, настолько результативны будут успехи у обучающихся. Вместе с обучающимися приходят на занятия и их родители. Thank you.